итоги социально-экономического развития Чувашии за первое полугодие обсудили во время рабочей встречи и на совещании. Понятно, что ограничительные меры внесли серьезные коррективы в исполнение бюджета. Производство промышленной и сельскохозяйственной продукции выросло, как и объем работ в строительной сфере. А вот оказание платных услуг населению, наоборот, сократилось, как и розничный товарооборот. В связи с принятием ограничительных мер в республике с 3 апреля приостановили деятельность более 1900 магазинов и более 1000 предприятий общепита. С профицитом первого полугодия бюджета заканчивает Чувашская республика. Здесь мы, с одной стороны, понимаем, что не все еще последствия с точки зрения экономики проявились, и как раз обсуждали те меры, которые необходимо предпринять для того, чтобы и во втором полугодии в положительную сторону результаты работы в Чувашской республике отличались от других регионов. Для этого, на мой взгляд, есть все необходимые резервы. Руководитель региона отметил, благодаря своевременно принятым мерам со стороны правительства страны и республики, коронавирус не так больно ударил по экономике региона. Если говорить о самой ситуации с новой коронавирусной инфекцией, то сейчас мы находимся на первом этапе и убежден, что на этой неделе нам удастся говорить о том, что можно будет перейти на второй этап. Рассмотрели и комплексную программу социально-экономического развития Чувашской республики на 2020-2025 годы. Задача этой программы простая – обеспечить полную синергию всех мероприятий, которые заложены в вышеназванные программы, то есть национальных проектов, стратегии развития республики, государственных программ. Обеспечить полную синхронизацию деятельности федеральных органов, региональных органов и муниципалитетов, конечно же, частного бизнеса. Ну и за счет вот такого подхода получить максимальный эффект используемых средств бюджетной сферы. Окончательный вариант программы представят уже в эту пятницу, 24 июля. Посмотреть презентацию можно будет в прямом эфире национального телевидения Чувашии. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика.